Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Мы с вами работаем над базой английского языка, над самой важной английской грамматикой – Essential Grammar. Причем в практическом ключе – In Use. Мы с вами проходим Unit 64 этой прекрасной книги, автор которой Реймонд Мерфи. И сегодня нас интересует такой вопрос, как притяжательный падеж в английском языке. Например, если вам встретится такое словосочетание Kate's car. Как вы его переведете? Катя машина или у Кати есть машина? Подумайте об этом. Если у вас это вызывает затруднение, то юнит смотрите, вы узнаете для себя много нового. На самом деле это и есть притяжательный падеж. И переводить данное словосочетание нужно как Катина машина или машина Кати. А теперь давайте подробнее по пунктам. Девушка Катя, у нее есть фотоаппарат camera. Чтобы сказать о том, что это Катина камера, мы скажем Kate's camera. То же самое, что her camera, ее камера. То есть мы используем притяжательный падеж точно на том же самом месте, где мы используем притяжательные местоимения. Ее машина, her car. Если мы не хотим использовать местоимение, а хотим указать владельца предмета, который идет далее, мы должны указать этого владельца, добавить апостроф s, а потом указываем сам предмет. Например, вот стоит парень, у него есть машина, он говорит my car. А этот парень, кстати, мой брат, my brother. Мы можем сказать об этом так, my brother's car. Машина моего брата. Или можем с натяжкой сказать братова машина. Но все-таки в русском языке предпочтителен вариант. Сначала предмет, потом кому он принадлежит. В английском языке почти всегда мы указываем сначала владельца, а потом говорим предмет. То есть my brother's car — это то же самое, что his car. Вот у нас менеджер. Вот его офис, рабочее место. Мы скажем об этом так. The manager's office. Или his office, или her office, если менеджер женщина, да? Указываем владельца, менеджер, притяжательный падеж, показывает, что далее идущий предмет его, и после этого предмет, ну или в данном случае недвижимость, office. Обычно мы используем апостроф s, когда говорим о людях, если люди владельцы. I stayed at my sister's house. Я остановилась в доме моей сестры. По-английски my sister's house. Местоимение my, оно, если нужно по контексту, можем его использовать. Но оно уже будет относиться не к слову house, заметьте, а к слову sister. My sister, моя сестра. А вот у моей сестры есть дом. И я об этом говорю так. My sister's house. Мы не добавляем апостроф s к местоимению. Нельзя сказать my's house или my's sisters, да, если у нас более длинная связка, например, местоимение плюс человек-владелец, местоимение оставляем в покое, ничего с ним не делаем. И нельзя в данном случае говорить как по-русски the house of my sister, дом моей сестры. Хотя интуитивно мы-то понимаем, что так можно, да, мы используем так в русском языке, так можем говорить, но в английском не стоит так делать, друзья мои. Если у вас владелец живой человек, то обязательно добавляйте апостроф s и сначала указывайте владельца, потом то, чем он владеет. Have you met Mr. Black's wife? Ты встречал жену мистера Блэка? Жена мистера Блэка. Mr. Black's wife. Нельзя говорить the wife of Mr. Black. Это будет ошибка. Не стоит, друзья мои. Are you going to James' party? Ты идешь на вечеринку к Джеймсу? Или в гости к Джеймсу, да? James' party. Вечеринка Джеймса. Сначала указываем владельца, Джеймс, апостроф s, а потом вечеринка, party. Paul is a man's name. Paul is a woman's name. Paul — это мужское имя, Paula — это женское имя. A man's name — мужское, a woman's name — женское. Man — принадлежащий мужчине, woman — принадлежащий женщине. Иногда мы можем использовать притяжательный падеж без указания существительного после этого. Например, Sophie's hair is longer than Kate's. Волосы Софии длиннее, чем Кати. Или Софиины волосы длиннее, чем Катины. Да? Здесь понятно, что мы говорим о волосах hair. И дабы избежать тавтологии, мы не будем второй раз повторять это слово. Например, Sophie's hair is longer than Kate's hair. Вроде как более правильно, но ведь и в русском языке мы тоже можем выкинуть существительное. И всем все понятно. Да? То есть не повторяем два раза одно и то же. Whose umbrella is this? It's my mother's. Чей это зонт?
он моей мамы. Второй раз мы не повторяем слово umbrella, да, а он здесь подразумевается, этот зонт. Where were you last night? I was at Paul's. Где ты был прошлой ночью? Я был у Пола. Обратите внимание, как мы читаем where, were, два раза were. Достаточно сложная связка, если у вас не подготовлен рот, да, для английской дикции. Я был у Пола. At Paul's house. Здесь вроде бы слово house ранее не фигурировало, но понятное дело, что где ты был? У Пола, да? Имеется в виду дома у Пола. Очень часто такие слова, как house, store, магазин, shop, магазин, они выбрасываются. Остается только принадлежность владельцу. Или, может быть, вы видели очень часто название кафе, например, кафе у Тиффани. At Tiffany's, да? Все, не надо указывать, что это ее кафе там или что. Понятное дело, что это. Притяжательный падеж, а уже посмотрим на здание и понимаем, что это такое. Просто важно указать принадлежность. У вас может возникнуть резонный вопрос. Хорошо, а если владельцев несколько, как быть в этом случае? Вот тут, друзья мои, мы должны как раз задуматься. Вот, например, если мы увидим надпись «Friends», или friends. Обе надписи читаются одинаково, говорятся абсолютно одинаково, но здесь апостроф s, а здесь просто апостроф. Что произошло? Ну, как раз таки эта ситуация. Итак, например, дом. Женщина одна, владельца этого дома. Она моя подруга. И мы о ней скажем, об ее доме вернее. My friend's house. Дом моего друга или моей подруги. При этом friend, он один. Но если у меня много друзей, ведь целая семья большая, да, и это их дом, то я о нем скажу my friend's house. В данном случае friends обозначает несколько друзей. Их дом, да. Итак, запоминаем важное правило, если владелец один, апостроф s. Если владельцев несколько, и слово заканчивается на окончание s, то нам второй раз s писать не нужно. Просто ставим апостроф и все, все в порядке, то есть всех все устраивает. Еще раз, мы пишем апостроф s после того, кто в единственном числе. Friend, student, mother. Например, my mother's car, my father's car. Если у нас их несколько, тех, о ком мы говорим, нам достаточно просто написать апостроф и все. Friends, students, parents. Например, my parents' car. И вот, друзья мои, мы подошли к той части, где структура с русским языком, слава тебе, Господи, совпадает. Мы используем предлог of, когда говорим, что что-то относится к вещам и к местам. Например, look at the roof of that building. Посмотри на крышу здания. То есть по-русски мы говорим машина Тома, крыша здания. Структура вообще не меняется. Но в английском языке так нельзя. Если у нас крыша принадлежит не человеку, а зданию, то есть является его частью, то мы уже не используем вот эту структуру. Мы используем предлог of, при этом сначала указываем предмет, а потом к какому другому предмету или объекту он относится. The roof of that building. We didn't see the beginning of the film. Мы не увидели начало фильма. Начало фильма. The beginning of the film. Нельзя говорить the film's beginning, так же как нельзя говорить the building's roof. Да, это все будут ошибки, друзья мои. What's the name of this village? Какое название этой деревни? Название деревни. То есть name здесь не имя человека, а название деревни. The name of the village. Do you know the cause of the problem? Ты знаешь причину проблемы? Здесь вообще два абстрактных понятия. Причина проблемы. The cause of the problem. Нельзя говорить problem's cause, да? You can sit in the back of the car. Ты можешь сесть сзади в машине, да, на заднем сидении машины, лучше так перевести, the back of the car. Madrid is the capital of Spain. Мадрид – это столица Испании. Сюда же относится London is the capital of Great Britain. Может быть, этот пример такой уже затертый, затасканный, поможет вам лучше запомнить данное правило. То есть оно касается только объектов, не живых, каких-либо мест, каких-либо понятий, но не людей. Если у нас кто-то живой, даже кошечка и собачка, мы используем вот это вот правило, друзья мои.
На этом, думаю, мы можем прощаться. Основную информацию мы с вами разобрали. Также есть более подробный юнит о притяжательном падеже в разделе «Синий Мёрфи». Зайдите посмотреть, он так и называется. Possessive Case – притяжательный падеж в английском языке. С вами была Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И смотрите еще больше полезных разборов по английской грамматике и не только. Зайдите, посмотрите плейлисты канала, там очень много полезных уроков для вас, и все уроки абсолютно бесплатные. Смотрите сколько душе угодно. Только не забывайте жать кнопочку «Мне нравится», делать репосты в соцсетях, чтобы кто-то, может быть, из ваших друзей, знакомых еще заинтересовался, перешел, посмотрел. Делитесь со своими друзьями этими уроками, рассказывайте о моем канале, и я для вас сделаю еще больше классных уроков по английскому языку. До встречи, друзья мои, пока! Section A. I stayed at my sister's house. Have you met Mr. Kelly's wife? Are you going to James's party? Paul is a man's name. Paula is a woman's name. Mary's hair is longer than Anne's. Whose umbrella is this? It's my mother's. Where were you last night? I was at Paul's. Section C. Look at the roof of that building. We didn't see the beginning of the film. What's the name of this village? Do you know the cause of the problem? You can sit in the back of the car. Madrid is the capital of Spain.